Так, это проход, да? Только не говорите, что это сразу босс. Нормас! Босс после босса, отлично. Ты еще что за говно? А, серьезно, летающая херня? То есть ты мамка всех этих ублюдков, да, которые меня стреляли? Ну, скотина, иди сюда нахер. Вот я тебя сейчас поимею! Ну или ты меня поимеешь, кто-то кого-то поимеет. Holy shit. Я ж говорю, мамка всех и демонов, ну или это. Не знаю, подкаблучник какой-то, хз. Если у этих херни есть каблуки. Так, как мне убивать вас? Есть подозрение, что мне нужен лук. Почему-то. Так, что надо делать? Окей, что такое? Safe place, окей. Safe place. Think hard. Ну, спасибо тебе, милый человек. Так, может быть, вещь является подсказкой? Чтобы столкнуться со штормом, тебе нужен меч, который сможет прорезать небеса. What the fuck? Ах вы твари. Изи. Минус один. New Moongrass, который я, естественно, дюпаю, потому что я дюпаю честно. Shard of Cloudstone, найс. Изи. Изи. Где еще скоты? О, как их много! Что я делаю вообще? Слышь, вы там дугдушки не прикрывайтесь, плюс. Что мне делать-то надо? Здесь безопасно, окей. Сейчас вылетает сразу три штуки. Гони его! Вау, в другую попало только что. Знаете, у меня такое чувство, что это уровень для лучников. Найдешь странное оружие, когда пройдешь вперед. Вижу. Няу! Там про ящерку говорит. Да пошел ты в жопу, а! Ага! Да вы тварь, а? А, скотина. Шторм рулер. Я понял, это отсылочка. То есть в Dark Souls 3 была отсылочка к этой. Понятно. Я понял. Нужен шторм рулер. Так, что он делает? Да! Это тот же самый меч, который был в Dark Souls 3. Легендарный большой меч с таким-то клинком, названный. За то, что может успокаивать шторма. Сказано то, что потомки Shadowman, что-то там бла-бла-бла, они смогли что-то успокаивать штормы и очищать небеса при помощи него. Теперь он заброшенный, с потерянной его силой. Это просто обычный средний меч, большой меч точнее. Но однако он был использован в монолитном лесу, где бла-бла-бла-бла-бла. Понятно. Но что-то я понял. Как им сражаться-то? Окей, примерно понял. Кого убивать-то надо? Теперь. Ну то есть просто-напросто Миядзаки взял, скопировал все с Demon's Souls для Dark Souls 3. Найс. Найс. Гениальный.
Я понял. Ну, такого босса я уже проходил, поэтому похер. Окей. Но где основной-то босс? Алло, гараж. Я вижу только мелочь. Нужно близко быть, окей. Так это будет весьма легко, если честно. Сейф хир, только что выстрелили, и сейф хир. Вот меня музыка раздражает в этой игре, не знаю почему. Господи, какой фарм экспыта, какой фарм экспыта? О, он прилетел, он большой. Так, и он ваншотит по-любому, я уверен. Фак. Фак. Это что за звезда смерти? Блин, можно было еще нацелиться на него, вообще было бы классно. О, черт. Fuck me sideways. Я, кстати, понял свою ошибку, которую допускал, когда проходил Йорма на SL1. Я ему бил не в голову, надо было в голову бить. Ну, правда, здесь в голову и в тело наносится один и тот же урон, так что похер. What the fuck, нихера себе у тебя глиста какая-то. За тобой бычий цепень, кстати, там гоняется. Ты, если что, это самое, проверься, хорошо? На глистоперость, я тебя сейчас проверяю. Holy arrow, окей. Holy arrow. Oh my god. Где? Надо сначала выращиваться, наверное. Ну, я танк, мне похер. Еще один удар. Фак. Естественно, он ушел. Еп, очень сложный босс. Я ничего не вижу, не могу вернуться. Пока. До свидания, мой друг. You're dead. I'm a winner. You are a loser. Fuck you, piece of shit. 40 400 за него дали. Вау. Это самая легкая глава из всех. Ну и знаете, Demon Souls проходишь... Ты начинаешь понимать, что ничего оригинального в Dark Souls 3 нет. Нет вообще. И на самом деле Dark Souls 3 это ремейк Demon's Souls. Просто ужас. Обалденный дизайнер копирует свои идеи. Обалденно. И это не отсылка. Тут механика полностью точно такая же. Ну правда там чуть посложнее у Йорма, но все же. Привет. Эх, мне бы сейчас... Это херня бы пострадать. Дайте угадаю, эта херня вообще не наносит урона, да? Окей, ладно. Ну, это был изичайший босс на свете просто. Хорошо, но я сюда еще вернусь за ящерками. Это что такое-то? За ящерками-то не гоняться. Естественно, Storm Ruler бесполезен останется на всю игру. Так. Окей. Тогда мы возьмем. А может мне, кстати, Thief Ring помог, хз?
Pure Cloud Stone. Хм. Не факт, да, вот здесь что-то лежит. Человечность, серьезно? Не, реально, я сейчас не знаю, что меня может убить. Еще кроме идиотских боссов, если честно, дисбалансных. Вот видите, спокойно же прохожу всех этих боссов. Вообще на изич. Да и Flame Lurker не был бы с таким сложным, если бы я не... Если бы я пришел сюда и Crescent Falchion бы... Такое чувство, что меня сейчас будут награждать медалью. Вот точно такая же музыка играет, когда ты входишь в Государственную Думу и хочешь, чтобы я наградили медалью. Здорово, чувак. Короче, забираю это Storm Ruler, он бесполезен будет всю игру. Так, это тоже можно. Так, где там Dragon Long Sword? Где-то мой Bastard Sword плюс 7. Найс. Thank God, I was worried. Но он, скотина, весит 6 килограмм. О боже ты мой. А, это для... Господи, для щитов, что ли? Нахрена это мне нужно? Я не знаю, нафига они, кстати, положили New Moon Grass туда, потому что это был наилегчайший босс. Thou seekest then. Okay, здесь ничего нового. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Ну тогда я силу качать не буду. Сил смысла нету. Лучше да, выносливость качать. You serious, серьезно? Ататам? Ататам? Господи, как она это говорит? Ататам? Ататапа? А, у меня только одна душа? Ну ладно. На еще один левелок хватит. Сик. Сик Soul Power! Сик! Ататам? Ата... не Ататан! Так, окей, я сейчас думал сбегать за ящерками и вырезать все это дело, но вы же будете говорить то, что я все это надюпал, и теперь типа, вообще ничего нельзя вырезать. Господи ты, боже мой, кстати, да? Поэтому... Пойду телепортнусь, короче говоря, ладно? Кому не интересно, можете пропустить, наверное, до конца этой части, потому что часть начинается, скорее всего, с убийства босса. Ну, точнее, со схватки с боссом. А потом будет все вот это вот за осколками, чтобы люди не говорили, что я надюпал. Ау! То есть вы здесь будете тусить, да? Nope. Fuck. Они уже убегают. Ну это отстой. Да, по-моему, мне Thieves Ring помогал, ну, в смысле, кольцо вора. Потому что не смотрите, как сейчас агрится на меня. И... Кольцо воришки выручило, не зря сгонял, взял. Офигеть, так-то не агрится, если без кольца. Уф. Окей, тогда я сейчас кольцо поставлю назад. Хорошо. Ставим кольцо назад, берем лук снова. Пробуем еще раз завалить. Надеюсь, то, что эта херня не спрячется за надгробиями. И надеюсь, то, что игра меня прицелит на ящерку, а не на летающих сзади врагов. Что очень вообще классно. Я очень хочу, чтобы меня разворачивали назад. Потому что я этого и хочу. Когда я навожусь на кого-то, кто находится впереди.
Вау. Ну зашибись. Вау. No! Что, он был Chunk of Dragonstone, да? Dark Moonstone. Fuck. With you. Да, на огненный меч не намажешь маги. А нахрен с ним? Но у меня еще есть одно место, где я могу взять осколочки. Здесь я уж не буду гонять, здесь что-то как-то все. Немножко это параллелепипедно. Ну то есть через одно место. Ну то есть если у кого-то жопа это параллелепипед, да? То значит через жопу. Ну вы поняли, что я вам объясняю, ну. Так, окей. Бум-бум. Так, где у меня тут? Bastard Sword плюс 7. Мой любимый. Мой любимый Bastard Sword плюс 7. Так, окей, то есть второй, третий, четвертый мир зачищены. Можно, кстати, в первый пойти погонять, посмотреть, может быть, там что есть. Ну, учитывая, что он посередине открывался как-то странно, да, то... Так, куда я хотел? Сюда. То можно сказать, что там посложнее, может быть. Так что можно сгонять сначала в пятый мир, посмотреть, что там, убить первого босса, потом вернуться в первый мир, посмотреть, что там. Если будет сложно, вернуться в пятый мир, хотя я не думаю, что мне уже будет сложно, потому что я уже подготовился ко всему. У меня есть магическое оружие, у меня есть огненное оружие, у меня есть физически крутое оружие, у меня есть щит, у меня есть здоровье, у меня есть хилки. У меня есть все, в общем. Я вообще-то хотел вот это сделать. Let's go! А ты думал, что в сказку попал, что ли? Восстановим сейчас экспу. Да, какую экспу? Стамину. Как видите, сейчас за два удара вообще на изичи. И здесь можно Full Moon Grass, естественно, пофармить. Но зачем? Лол, заблочил. Ты куда идешь, падла? Окей. А, треугольник же можно нажимать, боже ты мой, Илья. Ты чё такая пассивная сегодня? А-а-а, у меня же Thieves Ring надет, окей. Здорово, чуваки! Еее. Фак, у меня уже места не хватает, отстой. Надо что-то выбрасывать. Хотя нет, можно сделать так. Вау. Чего? Еееей! Итак, раз 500 триллионов, наверное, да? А мне нужно вообще эти 4500 душ, нет? Нет? Окей. Так, только лифт назад отправлю. Ибо нехер. Я еще так разика два сбегаю. Ну, потому что... Потому что, фу, дюпают только чмошники. Шутка. Шутка, я сказал, а что-то скажет. Нет, не шутка, ты читак. Шутка. А где Nexial Being-то? Окей, вот он. Блин, я мог на эти деньги починить себе оружие.
В шейке починить. Вообще, на какие шиши я буду, я не знаю, на какие шиши, пойду по фармлю, в общем, на какие шиши я буду улучшать оружие. Так сказать, надо сначала скинуть все. Не хочу. Нет, я знаю, на какие шиши у меня тут есть, короче, запаска, если что. Специально для таких случаев. Фак. Ну, как видите, перебор немножечко вышел. С Large Hearthstone шардами. А что это дает? Нахрена мне это, господи ты, боже мой. Сейчас-то на фарме. Ладно, еще разочек. Все для того, чтобы улучшить оружие, которое у меня сейчас есть. Бастард сорт. Бастард. Ю бастард. Ублюдочный меч? Это так переводится, да? Эй, ты, бать твою, ублюдок, говно собачье. Хочешь меня трахнуть? Иди сюда, я тебя сам трахну. Вот тебя особенно. Здорово, чувак, как дела? Что такое пассивное-то? Мы с тобой так не договаривались, бра. Даже однорукостью я его забиваю. Через жопу рукостью. Магия, бро. This is magic. Friendship is magic. Same tactic? О, эти две не появились. Ну, судя по всему, success. Ну или success. Блин, ну кто будет сюда бегать серьезно ради вот этого дела? Там еще одна не появилась. О-о-о. Короче, они кончаются. Они в принципе кончились. Видимо, им нужно какое-то время для возрождения. Это все, что могу придумать. Ну, либо они реально кончились. Лол. Ну ок. Либо не надо было юзать next shell binding, чтобы уйти отсюда, окей. Либо это специально сделали, чтобы не фармили. А как мне еще доставать для апгрейда материалы? Алло, гараж, Миядзаки. Мол, ты не будешь здесь фармить. Почему? Потому что я так сказал. Ладно, давайте возьмем. Ребят, закройте глаза и представьте, что эти души я нафармил. Просто закройте глаза. Так, не то. Take item. Всего лишь-то три возьму. Так, upgrade weapon. Не-не-не, я скажу к тому, вдруг там можно будет улучшить меч до какого-то особого оружия. А я пропущу этот момент. Не, ну а вдруг? Вы-то откуда знаете? Я не знаю. Ну то есть, вот я ему отдал Red Hat Demon Soul, что ли? Я даже не знаю, откуда Red Hat, Red... Ну, дверь... А, это этого. От Flame Lurker'а. Я ему отдал душу, видимо, получил за это взамен... Возможность делать уникальное оружие? Хз? Лёль. Ну не сдох, уже плюс. Он не хочет со мной разговаривать почему-то. Такой, ты сраный дюпер. Ой, ну подумаешь, 4000 душ. Всего лишь сбегал один раз на этого сраного жнеца. Думаешь, 8000 душ. Так, ладно, Large Hearthstone Shard.
немножечко их много как-то, да, я знаю. Но Чанка в Хардстоун. Морион Блейд. Ха. Так, большой меч с черного кварца, скован из души демона Шторм Кинга. Угу. Эти твари, что-то им нравится, видимо, находиться в руках обладателя, видимо. В этих случаях сила атаки очень увеличена. Ну блин, так-то сакс. Ну что, я даже не знаю. Стоит или не стоит. Так, ну пока... Пока мне нужно починиться. Вау. Это дорого стоит починить. Фак. Ну ок, давайте. И еще разок. А еще разок не получится. Я совсем охерел, я знаю. Фак! Чанка нету, Хардстоун. Блин! Ну здесь, смотрите, здесь нужен... Смотрите, чтобы здесь это дело улучшить, мне нужно 6 чанг-чанг, горсть этих Хардстоунов, да? А здесь просто демоническую душу. Но здесь у меня сейчас урона даже больше получается, чем от Морриан Блейда. Какие у него возможности есть? Никаких, что ли? Что-то я не понимаю. У него прочность больше. И все. Что-то я не знаю. Посмотрел я, короче говоря, Вики... И это оружие не на урон, это оружие для бафов, оказывается. Так что нет смысла его делать. Никакого. Но я нашел кое-что другое. И для этого мне нужна большая дубина. Ибо там будет кое-что интересное, но... Вроде как... Потому что хрен поймешь, что это такое, вот этот Морриан Блейд значит. Ты поймешь это только в процессе, блин, а душу ты потратишь или потеряешь оружие, которым ты сражаешься. Нахер это надо просто? Когда ты можешь просто посмотреть, пойти в Вики. Просто криптологию какую-то устроили. В жопу засуньте себе эту криптологию. Такс. Я не туда смотрю, фак, и думаю, что за херня? Где мои дубины? Вот они. Так, возьму это и возьму это. Wait, where... И посмотрю, что из них получится. Потому что для того, чтобы, оказывается, улучшить дубинку и большую дубинку, даже не нужно ее улучшать, в принципе. Ее можно просто взять и сразу перекастовать в уникальное оружие для двуручника. А почему бы и нет, да? Потому что хрен его знает, вдруг пригодится. О, я не знаю, как я не сдох. Ног. Так, upgrade weapon. Вот, клап и great клап. Мид клива. Клива.
90 плюс 150, видите, скейлы по... О, они хилые скейлы-то. По дексе и по... силе. Да еще магическая урон есть. Здесь то же самое, да? То есть неважно, что я буду улучшать, да? Ну, почему бы и нет? Дай поговорить с тобой. Ага, можно просто расплавить, окей. Fuck you. Окей, я хочу посмотреть, как это выглядит на мне. Итак. Самое главное, сколько он весит. Bastard Sword весит 5 кило. Midcleaver весит 10 кило. Dragon Ball Smasher дает 335 единиц урона, а это дает всего лишь... Вау, 240. Так мне еще и магию прокачать, чтобы ее использовать, обалдеть. Ну, теперь я, короче, пирамида головая. Так, а я могу намазывать? О боже мой, я могу намазать это говно. Окей. Но это все равно мне толком ничего не дало, я просто сделал себе оружие, положу его, сейчас оно будет лежать, раз я не могу его использовать. Не буду же прокачивать магию ради этого дела, хотя сколько мне нужно прокачать, сейчас посмотрим. Там, по-моему, десяточка нужна, чтобы использовать, да? А у меня, по-моему, 8, что ли? What? 16 нужно, fuck you! На, короче, забирай все. Так, забирай. А о чем это можно забрать-то у меня? Так, Great X не нужен более. Great Club, Midcleaver, fuck. You have a heart of gold. Так, тогда мы ставим сюда Buster Sword. Только из-за того, что его можно намазывать. И что он легок в обращении. Так, Deposit Item. Это, пожалуй, положим. Нужен мне действительно Dark Hitter Shield. А, пусть будет. Пусть стоит. Yeah. Итак, ну, все эти души, видимо, нужны будут для чего-нибудь. Я хз, для чего. Так, ну раз это не пригодилось, то мы это бросим. Потому что заработано через жопу. Такс, и... Угу. Ну, с еще можно будет, если кто-то ворвется, можно будет по-быстрому поставить, переставить колечко и все. Ладушки. Окей, так, то есть здесь я все сделал. Погнали в пятый мир, а потом в первый мир. Если все будет совсем плохо.